Здравствуйте, здравствуйте, Белый Ветер, с вами Санктум Лорд. Начинаем мы с вами еще один разговор. Все правильно. Здравствуйте. Итак, сейчас я перейду к вопросам. Итак, начинаем. Как вы проводили время в своем детстве, особенно в подростковом возрасте? Имеется в виду, чем я занимала свободное время вообще, да, как жизнь складывалась? Ну, можно сказать и так. Если вопрос неуместный, можем опустить его. Ну, я обычно такой человек, который занимался рукоделием. Особенность моей жизни была в том, что особо друзей у меня никогда не было. Я просто общалась всегда с теми, кто со мной учится, работает и все. Поэтому у меня было очень много свободного времени. Я его проводила дома. Просто что-то вязала очень много и часто. Вышивала. Мне очень нравилось делать подарки людям. Ну, соответственно, когда я все это делала, то я о чем-то думала. Как всегда, пыталась разобраться с своими способностями, потому что они раскрывались как раз в подростковом возрасте достаточно сильно. И мне было очень сложно с ними справиться. Алгоритма не было, как это делать. И спросить было не у кого. Понятно. И в этом возрасте вас забирали? Как часто? Я тогда не могла отследить такие вещи. Во-первых, я тогда даже не знала, что такое существует СКП. Единственное, что я могла отследить, это на улице людей, которые постоянно за мной ходили и которые на меня каким-то образом смотрели. И когда я смотрела на этих людей, то я почему-то их знала, хотя в жизни мы никогда не общались. То есть это как чужие люди были, но они почему-то очень-очень знакомые. То есть потом я начала уже как-то вычислять, откуда они, когда уже способности немножко стали по-другому работать. То у меня была такая поисковая система. Я могла, посмотрев на человека, определить, откуда он пришел, то есть где он работает. Я это называла адреса и телефон, условно, схема. Вот. И мне стало понятно, что это за люди. Ну а забирали, да, если сейчас вот отсюда уже из этой точки знаешь такое СКП, смотреть отрезки времени, когда именно забирали, как часто, на какие сроки и так далее, то там были разные программы, абсолютно разных было очень много. И там были схемы, когда забирают ребенка разово, то есть, допустим, вот его забирают, делают альтеров, да, и его забирают на какой-то отрезок времени. Вот эти отрезки временные, они могли быть очень разные. То есть это другая временная линия, так называемая. Там можно было вырасти на какой-то базе с кем-то, работать с этими людьми уже там, вырасти там где-то до лет 40, а потом тебя возвращают обратно в твое детство, а тебе всего 2,5 года, да? Вот особые такие моменты я в 5 лет отслеживала, когда подходила к зеркалу, у меня глаза другие были. То есть они несли какую-то определенную уже взрослость, а внешне я выглядела как ребенок. У меня была нестыковка того, что я вижу в зеркале лицо ребенка, и у меня такое чувство, что что-то не так, что я должна видеть какое-то другое изображение, а какое я ничего не понимала. Иногда меня даже вот преследовал такой взгляд лица, как будто мне уже лет так 80, то есть это лицо такой старушки, да? Вот, я могла в детстве такое лицо увидеть в зеркале из каких-то таких, как накладка идет такая на лицо. Ну, а что это не было, мне это понятно. В подростковом возрасте там уже другие были программы. Потому что там, когда начали способности открываться, во-первых, одни организации их блокировали, другие их развивали, третьи на этом эксперименты ставили, четвертые следили за всем этим. Там очень много было таких ведомств, структур. Это сейчас у них более всего упорядочено. В 90-е годы там у них как-то это все, только они пытались понять, как это все упорядочивать. И поэтому там забирали по-разному. Иногда было чувство, вот я помню, 8 лет это ощущение, когда ты каждый раз ложишься спать, и тебе кажется, что ты сейчас куда-то уйдешь, или в комнате присутствие кого-то чужого, что вот он сейчас тут стоит, ты это присутствие ощущаешь, но не понимаешь, что это. Но потом уже в какие-то моменты стало
уже надо было учиться с этим справляться, потому что постоянно жить в страхе, идти в кровать, и у тебя одолевает паническая атака, это как-то не очень мне нравилось. Я искала способы, как это преодолевать. Ну, иногда сильно запугивали, иногда кто-то приходил, заступался, я это чувствовала, и тогда страх сходил на нет. Но кто, чего, я этого не могла идентифицировать тогда. Понятно. А последствия таких заборов были очень серьезные у вас? Ну, если забирали на длительный срок, то я на следующий день заболевала. То есть у меня начиналась температура, я вообще была часто болеющим ребенком. И у меня было такое состояние какого-то отходника, такого, я тогда не знала слова депрессия, да, но было такое тяжелое состояние, я его тогда называла погружение в себя, когда ты не хочешь ни с кем общаться, ты не хочешь никого видеть, ты хочешь просто побыть в одиночестве и просто как-то прийти в себя. И поэтому, почему я очень много вязала, собственно, после школы, потому что мне нужно было вот это чувство побыть одному и понять, что со мной происходит, что идет не так. И чем на более сложные какие-то задачи забирали, на длительные, тем тяжелее было это состояние. Тогда я очень сильно заболевала и надолго. Я могла несколько недель болеть. Иногда были просто такие разовые вещи, там 2-3 дня всего поболеешь. Потом вроде отошел и уже вроде и все и забылось. Ну, про себя что я могу сказать? Я тоже часто болел, часто простывал. Скорее всего, было связано именно с такими заборами. И часто у меня было, ну, пропадание в реальности, допустим. Когда вот стою где-нибудь, вот ребенком, потом раз, как будто вот перезагрузка компьютера произошла, вот. И не помнил, что делал, и как, и чем занимался. Вот это похожий случай на забор. Да, вот это состояние, когда вы смотрите в стенку, в одну точку, и не понимаете, зачем вы на нее смотрите так долго. Говорят, завис человек. Вот эти состояния, они были почти каждый день, иногда они были каждый час. По-разному было, я помню просто их. Мне было непонятно, что это за состояние такое, я его запоминала просто. Вопрос такой, как присматривают кураторы за людьми, то есть тех, которых часто отбирают в ТКП или СКП, их оберегают, присматривают за ними? Обязательно каждому дается свой человек, кто держит на контроле этого ребенка. Если у ребенка есть телепатические способности, он с ним выходит на контакт и разговаривает. Если таких способностей в обычной жизни они не активны или подавлены, то он просто постоянно за ним присматривает, да, эти люди могут иногда наблюдаться на улице издалека, где-то идти даже, следить за этим ребенком, он очищает энергетику этого человека, но он не понимает, кто это, да. У меня были варианты такие, причем они менялись в разные периоды жизни, там вот до 10 лет это один человек был, он там косил под кого-то, да, какого-то мудреца, допустим, в подростковом возрасте кто-то косил под каких-нибудь монахов тибетских, а потом дальше по жизни это были уже какие-то еще другие люди. То есть вот то, что мне было интересно, что я исследовала в те моменты, да, какие-то там книги мудрые находились, то вот мне давали образ этих людей. Иногда книжка попадалась, когда ее читаешь, там какой-то герой понравился, то, соответственно, давали под этот образ похожий был психотип вот этого куратора, и он начинал выходить на связь, общаться. У меня даже сохранились всякие дневники на эту тему нашего общения. Панические атаки, они были в таких случаях? Нет, что когда они... выходил этот куратор, нет. Сами панические атаки, они вообще вызываются в момент, когда приходит кто-то чужой, а в детстве там было кому приходить, всякие там инопланетные товарищи, они всегда вызывали очень, они же агрессивные были очень, они вызывали вот этот страх, панические атаки. Иногда было чувство, что какие-то пришельцы тебя забирают, я помню это ощущение, оно прямо так у меня и было в голове. Вот, а именно сама по себе паническая атака, она всегда останавливает в действиях человека, то есть она должна остановить его способности, чтобы он не мог как-то себя проявить. Допустим, если
этого человека обучали управлять своими способностями и с помощью именно этих способностей кого-то там причинять вред, убивать там кого-то, да, они будут блокировать эти способности панической атакой автоматически, да. Вот, еще панические атаки потом постепенно, вот уже когда я узнала, что такое СКП, они стали появляться исключительно в моменты, когда шла активация памяти. Ну, мне это было не очень долго, потому что у меня достаточно высокий уровень осознания, что, где, почему, зачем. И поэтому так паническая атака и со мной не получится. Но депрессивное состояние, когда ты в угнетении находишься очень долго, не можешь себя вытащить из этого состояния, это мне очень хорошо знакомо. Ну, иногда вот я тоже в детстве видел какой-то прозрачный силуэт где-то вдалеке. Потом поморгал глазками и все, и он пропал куда-то. Это, походу, за мной кто-то присматривал. Могли приходить вас забирать. Ну, ребенком-то что, я помню, голова болела сильно, постоянно. Я сидел просто в коляске и смотрел куда-то вдаль. Вообще даже пошевелиться было тяжеловато. Угу. Ну, вот это было, походу. А каковы были у вас взаимоотношения с родителями? Вы рассказывали им про необычные случаи, можно спросить так? Да нет. Дело в том, что мои родители, они не относились к тем, у кого есть какие-то способности экстрасенсорные и так далее. Поэтому я просто начала задавать вопрос, увидела, что агрессивное пошло отношение. Я стала просто прятаться. И вся моя жизнь, она заключалась в том, что я пряталась. В моем окружении не было людей в доступе, чтобы можно было спрашивать про такие способности. А те, кто были, они всегда имели какие-то совсем другие способности. И то, что я им рассказывала, они ничем помочь мне не могли. И мне это было очень сложно из-за этого. И я старалась как-то особо на контакт не выходить. Ну и вообще как-то прятаться в этом плане. Потому что вот эта точка запугивания, да, что в больницу увезут или еще куда-нибудь, мне это совсем не хотелось. И походу родители обладали еще стереотипным мышлением, так ведь, согласно той эпохе Советского Союза. Ну да, тогда было очень тяжело. Что выходило за рамки, то они могли просто решить проблему с помощью психиатра. Так да, ведь? Да. Конечно. Хотя... Вот еще один вопрос. Хотелось ли вам найти друзей или коллег, с которыми вы встречались там? Ну, это да. СКП, ТКП. Конечно, потому что я помню, что у меня были дружеские отношения там с людьми. И особенно в детском возрасте у меня же в жизни-то не было друзей. А вот это чувство, что у тебя есть друзья, что есть те, кто тебя понимает, с кем ты там что-то делаешь интересное. Их понимаешь, то есть вот это совместная командная работа, я человек все-таки команды, вот мне важно взаимодействие в команде, чтобы чувствовать плечо своих друзей, да, вот мне этого очень не хватало всегда в жизни, и найти их было очень сложно, я понимала, что они где-то там, но как я туда доберусь, это невозможно, поэтому иногда мне снились какие-то сны. И это была такая связь, что вот это все-таки существует, что мне это не кажется. Ну вот такие вот осознанные моменты это были, когда уже я болела где-то после 5-6 класса, и у меня карта висела, мира, такая большая карта на стене висела, возле моей кровати. Я все на нее смотрела и смотрела, вот в этой стороне у меня такие друзья, вот в этой стороне такие друзья. Ну, это все так проходило мимо каким-то таким мыслерядом, и он как-то затирался, потом исчезал. Но вот это чувство, что они там есть, оно все-таки сохранялось. Благодарю вас за эфир, благодарю за звонок. Большое человеческое спасибо. До скорых встреч. Спасибо. До свидания. Удачи, до свидания.